Друзья, давайте поможем Максу. Он поставил цель к Новому году 1000 подписчиков. На его канале вы увидите мотивацию, а также разбор тренировок и питания. И просто повседневную жизнь, где он ставит цели и достигает их. И еще у него сейчас проходит конкурс, где вы можете выиграть программу питания и тренировок. Все подробности под его последним видео. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! Сегодня мы снимем зарубу эктоморфа против мезоморфа. Это мы будем проверять силу и выносливость. Мы будем проверять в подтягиваниях и в отжиманиях на брусьях. Сначала мы возьмем 24 килограмма гирю, потом 20, потом 16. Тем самым мы проверим силу и выносливость. Посмотрим, кто из нас лучше. Че, поехали? Погнали. Итак, друзья, у нас будет перерыв 3 минуты между каждым подходом, а также мы будем делать с идеально чистой техникой, то есть абсолютно тело прямое, рывков никаких не допускается, инерции тоже нет, чистые подтягивания. Мел такой гимнастический, чтобы у нас руки не скользили, чтобы все было честно, оба будем использовать. Making noise, Henderson, the announcer. Stay round bars, all I'm missing is a bouncer. Ain't fucking with my camp, my position is a counselor. They say that life a bitch, but don't you dare denounce her. Sharp like a motherfucking dagger. And I walk through like fuck your swagger. Just gotta say, wasn't always this way. But you know sometimes we all fall. Niagara's really if you're gonna get up. Viagra, y'all don't get the picture. Maybe I should tag you. Maybe... I should make that shit a little more clearer, cause it's time for reflection. I don't need a mirror, but I knew that my drive, it would take me far. Now my rate of interest going up, APR, yeah. You're blowing hot air like a dryer. I'ma set it off, then set it on fire, bitch. Все, вторым подходом мы будем делать 20 килограмм. У меня остается 40 секунд, и я начинаю подход. More bars than an alcoholic. Hope your bluff picking up, cause I'm about to call it. I got the game in my back pocket like a wallet. All it takes is a really big break, and I guess it is the parent I'm about to raise the stakes. Used to Medusa, I ain't fucking with you snakes. I fight for my career, but I'll never hit the brakes. I'm the answer if you wanna ask me. I'm a smart guy, but you never gone past me. Been spitting real since Drake was on the grassy. Ain't that shit about a bitch, Lassie. Knew that my drive, it would take me far. Now my rate of interest going up, APR, yeah. You're blowing hot air like a dryer. I'ma set it off then set it on fire, bitch. Yeah. Working every night, so everything I write takes flight. Kinda like a kite, I'm like Mike on a mic. But I might fight for the right with the might of a knight in the sight of the light. Alright, alright, yeah, you try to take our shine. Bad boy, 99. Tell them that we doing just fine. It's our time, and we gonna let it. Итак, друзья, короче, у меня получилось в первом раунде 12 повторений, во втором 9 и в третьем тоже 9. В общей сумме у меня получилось 30. Да, а у меня получилось в первом подходе 10 повторений, во втором 9 и в третьем опять 10 и в сумме 29. То есть Артур выиграл на одно повторение. То есть получается, да, на одно повторение. Теперь переходим к отжиманиям на брусьях. Поехали. Сейчас покажу вам, ребят, технику, с которой мы будем делать отжимания на брусьях. Будем пытаться примерно средним хватом, но делать с полностью прямым телом, с прямыми ногами, опускаться до 90 градусов. Вот так. Каким образом? Подниматься.
Но тотальный чемпион получается Санек за этот респект. Просто красавчик, могучий человек. В этом, короче, победил Санек. Я победил в подтягиваниях. Ну, 1-1. Ну, а по количеству очков победил Саня. За это мы лайк. Ставим лайк. Подписываемся на канал. Хотите еще таких видео, пишите в комментариях. Будем делать Санек тут. Мезоморф. И, кстати, сейчас покажем, как выглядит мезоморф и эктоморф. Ну, визуально, да? Вот так выглядит эктоморф, вообще не напрягаясь. Вот, ну, так выглядит мезоморф, да, не напрягаясь. Теперь давай позу такую обычную. Вот. То есть стандартная поза. Вот так выглядит эктоморф-мезоморф. То есть эктоморф, как мы видим, он поуже, да, получается, уже. Плечи у мезоморфа шире, у эктоморфа тоньше, но зато рельефнее. Да, какую еще? Ну, и давай еще последний. Ну, как-то так. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Увидимся в следующем выпуске. Пока!